Бисмиллахи рахмани рахим. Нацизм и какова продолжительность его существования в личности? И до каких же пор нацист остается нацистом? Хотя религия гласит, что мы с вами создание одного Творца и являемся братьями и сестрами. К большому сожалению, нередко наблюдается проявление нацизма в нашем современном обществе. В действительности, как и вор думает, что все вокруг него воруют, так же и нацисты представляют, что все вокруг него являются нацистами. Так до каких же пор нацист остается нацистом? Например, вы замечаете, человек, который до сих пор не любил и не уважал определенную нацию, влюбляется на представительницу данной нации. Он или она начинает заучивать слова языка того человека, в кого он влюбился. Хотя до сих пор он относился к этому нацию и языку крайне неуважительно. И даже уговаривает своих родителей на бракосочетание своей избранницы, упрекая их в нацизме. Таких случаев очень много. Так о чем же это говорит? В действительности нацист остается нацистом до тех пор, пока у него появляется материальный или же биологический интерес к определенному нацию или же к его представителям. То есть, получается, мы с вами призыву Всевышнего Аллаха и его пророка, мир ему, не настолько отвечаем, настолько отвечаем и прислушиваемся своим интересам и страстям. Безусловно, такое обстоятельство не отвечает ни религиозным, ни этическим нормам и не может радовать честного и богобоязненного человека.